Всем привет, с вами Настя из Диномамы, и сегодня я покажу вам очень классную и очень красивую куртку из новой коллекции Мола. Моделька это для девочек, производится она до роста 176 сантиметров, то есть подойдет даже подросткам и мамам. Честно говоря, я себе очень хочу взять такую куртку. Давайте смотреть подробнее, что здесь есть интересного. Во-первых, конечно, хочется обратить внимание на технические характеристики. В куртке использована мембрана 10 тысяч миллиметров, она надежно защищает от влаги. Запатентованный утеплитель Tinsulate. За счет него куртка достаточно тонкая, в ней будет удобно и комфортно двигаться, и при этом достаточно теплая. Носить ее можно всю зиму. Фурнитура используется также юг, очень качественная и надежная. И, конечно, грязеотталкивающие пропитки. Большинство загрязнений из куртки легко удаляются влажной тряпочкой. Капюшон отстегивается с помощью липучек. Есть внутренняя планка на резинке для дополнительной защиты от ветра. Внутри очень мягкая, приятная на ощупь флисовая подкладка. Рукав классического кроя. Есть кармашек на молнии для скипаса или любых других мелочей. Манжеты прямого кроя регулируются по объему с помощью липучки. Также есть дополнительный внутренний эластичный манжет с прорезью для большого пальца. Здесь светоотражающая полоска. Внутренняя часть рукава и куртка сбоку выполнена из материала более прочного. Эти места довольно сильно подвержены истиранию, поэтому это очень функциональное и практичное решение. Два врезных кармана на молнии. Защитная планка на кнопках, такая декоративная, чуть наискосок. Молния скрытая, на карманах тоже. Это нужно для защиты от механических повреждений и также для дополнительной защиты от влаги. Есть защита подбородка от защемления. Внутри очень мягкая флисовая подкладка в теле куртки, в рукавах подкладка гладкий полиэстер. Есть петелька, этикетка, где можно написать данные владельца. Вот здесь этикетка с информацией о том, что используется утеплитель Tinsulate. И для дополнительной защиты от ветра и снега есть снежная юбка, которая регулируется по объему. Также здесь противоскользящие вставки на резинках, чтобы она не задиралась. Сзади также можно увидеть, что капюшон отстегивается. Такой шикарный принт. Это крылья бабочек. Очень красивая и невероятно яркая. Курточка слегка приталенная, то есть такой девчачий крой. И задний край куртки немного длиннее, чем передний. Вот такая замечательная, стильная и очень функциональная куртка для девочек. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru. Спасибо за внимание.